Всем пятом месте светлый тигровый питон. Светлые тигровые питоны считаются одними из самых громадных среди тигровых питонов. Максимальная длина такого вида достигает до 6 метров. А живут они в Индонезии, где средняя длина особи около 4-5 метров. Сетчатый питон. Официально размер самого крупного сетчатого питона составляет 7,5 метров в длину, принадлежащий самке по кличке Саманта из Борнео. Однако, по неподтвержденным данным, рекордный экземпляр достигал 12 метров, который жил в одном из зоопарков. На третьем месте аметистовый питон. Аметистовый питон может достигать длины до 8,5 метров, но средняя его длина около 5 метров. При этом вес питона около 30 килограмм. Обитает он в лесах и кустарниках Австралии, Филиппин и в Новой Гвинеи. Темный тигровый питон считается самым огромным среди тигровых питонов, а официальная рекордная длина составляет 9,15 метров. Однако средняя длина этого вида около 5 метров, а вес около 70 килограмм. Самая большая змея в мире является гигантская анаконда, размер которой составил почти 12 метров в длину. Данный экземпляр удалось обнаружить в 1944 году в восточной части Колумбии, после чего, со слов колумбийского исследователя, было решено занести ее в Книгу рекордов Гиннесса. Средняя длина обычной анаконды 5-6 метров, однако встречаются змеи по 8 и даже по 9 метров. На данный момент самая гигантская живая анаконда имеет длину около 9 метров и вес 130 килограмм, которая находится в зоологическом обществе в Нью-Йорке. А на предыдущей картинке был Леонардо Ди Каприо. Мои поздравления тому, кто угадал. Вот следующая картинка. Пишите свои ответы в комментариях. Всем пока.